Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Из данного видео вы узнаете, что такое декларированное кредитное плечо и как можно поменять размер кредитного плеча. Сразу отметим, что данное плечо не имеет прямого отношения к уровню риска открываемых позиций. Оно показывает размер залога за каждую открытую позицию. То есть, чем больше кредитное плечо, привязанное к счету, тем меньше размер залога за открытую позицию. В свою очередь, чем меньше залог, тем больше свободных средств на торговом счете, что и позволяет более эффективно управлять своим капиталом. Например, при использовании кредитного плеча 1 к 500, размер залога составляет всего лишь 0,2% от вашего депозита. Сменить размер кредитного плеча можно в личном кабинете на сайте компании в разделе «Счета. Смена кредитного плеча». Обратите внимание, что сменить кредитное плечо возможно только при условии, что у вас нет открытых позиций и отложенных ордеров на счете. Также учитывайте, что уменьшив размер кредитного плеча, вы сможете открывать сделки меньшим объемом. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Всего доброго!